Am 13. Januar hat sich die Tragödie von Polonowacha ereignet, als ein russisches Geschoss, das von den russischen Rebellen abgeschossen wurde, den Zivilistenbus getroffen hat. Und da müssen wir sagen, wir sind Polonowacha. Wir sind geeint mit den Opfern des Terroristenangriffs auf den Bus in Polonowacha, wo 13 Zivilpersonen, auch ein 14-jähriges Mädchen, unverzüglich umgekommen sind und gestorben sind nach diesem Beschuss. 15 Zivilpersonen waren unschuldige Opfer, sie wurden verwundet. Das ist ein Teil von dem Bus von Polonowacha. Hier sehen Sie die Einschüsse des russischen Geschosses, das auf meine Leute abgeschossen wurde. Für mich ist das ein Symbol. Das Symbol des Terroristenangriffes auf mein Land. Das ist das gleiche Symbol wie Charlie Hebdo und das gleiche Symbol wie ein Terroristenangriff, der von russischen Geschossen aufgrund eines russischen Geschosses, also abgeschossen worden von einem russischen Offizier von MH17, wo 119 unschuldige Opfer aus 17 Ländern im malaysischen Fluglinienflugzeug getötet wurden. Das heißt, dass der Terrorismus nicht ein Problem in der Ukraine ist oder in Europa, sondern ein globales Problem. Der Kampf gegen den Terrorismus, den müssen wir gemeinsam führen. Und wir werden diesen Kampf gewinnen gegen den Terror. Und wir werden gemeinsam handeln, denn wir haben keine Angst, wir befürchten nichts. Die ganze Welt zeigt jetzt ganz starke Solidarität mit der Ukraine. Und ich möchte Ihnen allen danken dafür. Впереди взорвалось возле автобуса, сбоку снаряд тоже взорвался, стекла повылетали. Плохо помню, что дальше все в тумане, как таком взрывной волной отбросило нас, и солдатиков двоих, помню, из автобуса выкинуло. Так, зараз еще пару дублях. Все? Готовы? Починаем завтра. Я ехала домой. Еле успела на маршрутку, чуть не опоздала на нее. На блокпосту остановились мы, и у нас документы проверять начали. Сначала свист снарядов такой, как града, знаете, когда стреляют. Взрываться возле автобуса начало все впереди, вот помню. Потом где-то сбоку возле машины. Фу, какой машины. Так, початок добрый. Продолжаем с... Сначала услышали свист. Потом монтаж сделаем. Все, поехали. Сначала услышали свист. Взрываться все начало. Свист как града, знаете, когда стреляют. Впереди взорвалось возле автобуса. Сбоку снаряд тоже взорвался, стекла повылетали. Плохо помню, что дальше все в тумане, как таком взрывной волной отбросило нас, и солдатиков двоих, помню, из автобуса выкинуло. В проходе люди лежат раненые, кто может умер, наверное, уже. Там и проверять вообще невозможно, что все это было. Кто-то давай уже выбираться из автобуса. А я не могу пошевелиться даже, потому что все болит, головой ударило сильно. Помню, как кто-то меня под руки взял и давай вывозить из автобуса. В яму кинули, я там лежу, пошевелиться не могу, мне говорят... Не кричи, а я и моргнуть не могу, все болит. Людей скидывали туда тоже, всех
из автобуса, кто раненый, с ранениями разными, там, девочку одну помню. Так, так, ні, ні, не поспішай. Швидко, дуже швидко, як скоро можу. Ніхто не повірить, ти травмована, повинна в мову тягнути, ти голодиш. А так все добре, не поспішай тільки, заспокойся і ще разок. Давай спочатку, готово? Все, тиша на медвежі. Я їхала домой, я не успела на маршрутку, в этот раз чуть опоздала. Остановились на блокпосту, документы у нас стали проверять. Сначала свист снарядов, такое, знаете, как когда грады стреляют, и взрываться все вокруг начало. Впереди возле автобуса снаряд разорвался, сбоку тоже. Взрывной волной откинуло нас. Стекла все повылетали сразу, а там, вот, не помню дальше, все как в тумане таком, смутно очень. Помню, солдатиков двоих из автобуса выкинуло. В проходе люди лежат, жуть такая, кто раненый, наверное, кто уже умер уже, так проверять-то, когда-то никто об этом даже и не думал. Пытались как-то из автобуса вылезти, кто мог еще. А я головой ударилась и пошевелиться не могу. И думала, все уже. Потом помню, кто-то под руки меня взял и из автобуса давай выводить. В яму какую-то, то ли окоп, я не знаю, кинули. Кричат, не шевелись, а я им... Мне моргать даже тяжело, все болит очень. Жуть уже ужасно все, потому что людей дальше тоже, я помню, стали скидывать с ранениями какими-то разными. А девочку одну спасти ее, наверное, у них не получилось. Она вся израненная, я помню, она впереди меня ехала и всю дорогу по телефону с кем-то разговаривала, и я вот... Теперь все время у меня перед глазами. Я думаю, это же я могла быть на ее месте. И Бог спас меня. Я теперь молюсь, благодарю его за то, что у меня второй день рождения. Состреляли, замечаю, стреляли с той стороны. Я этот район хорошо знаю. А сейчас он под террористами. И они это стреляли. Я не знаю, как тут вообще на украинскую армию можно думать, потому что мы были внутри, мы видели, откуда снаряды стреляют, и отстреляли со стороны террористов. А мы были на территории украинской армии, возле их блокпоста. Понятно, это эти сволочи, эти стреляли по мирным жителям, попали снайперы, они хреном. Я ненавижу их, понимаете, они в мирных стреляют, они, сколько у нас молодых было в этой маршрутке, сколько ранено, теперь убито ребят. Так, все, молодець, все добре, чого вас добре, молодець. Здоволені, ну, знімає з мене всю фігню вже реально дихати нічим. Реально дыхать нечем. Дволы не, но снимая из меня, все в нем же реально дыхать нечем.